Йо вас улусти мас приятень, я вас приветствую, дорогие друзья. Астаз вас фи ун лайв май специфик, ю кред ку уну дин чели май дифичили, компликати, лайвури каре лям авут ин туата вяца мя, пе паркурсу, activități politice din 2013, din 2014 până în ziua de azi. Deoarece voi vorbi despre Bălți, despre planurile ce țin de municipiul Bălți, și voi vorbi și despre prietenie, dar și despre trădare. Ca să fiu înțeles de toți cetățenii din țară, vă rog frumos, încerc scuze de la cei care cumva critică de fiecare dată, chiar nu vorbiți în limba de stat, vorbiți și în rusă. La mine, practic, toate ieșirile, 90% au fost și sunt în limba de stat. Astăzi, ca să fiu înțeles de tot locuitorii municipiului Bălți, voi vorbi în rus. Eu înțeleg că acest video o să fie urmărit nu doar de bălțeni, necât încă tema acestui live este Bălțul și adresarea mea către bălțeni. O să fie urmărit, cred că, de toate localitățile din țara noastră. Вот, поэтому, дорогие друзья, уважаемые бельчане, для меня это самый сложный, если не самый сложный, один из самых сложных лайвов, прямых эфиров, который был за всю историю моей политической деятельности. Я думаю, что его можно сравнить только со снятием с выборов в 2014 году, с летом 2021 года, когда я в результате провальных для нас результатов парламентских выборов подал в отставку. Мы это с вами неоднократно обсуждали и сегодня обсудим. То есть, и вот то, о чем я должен говорить с вами сегодня, я думал, что мы никогда с вами об этом не поговорим. Потому что за все эти годы в политике я постарел, помудрел, начал по-другому смотреть на многие вещи, да, стараясь уже быть не таким эмоциональным, как раньше, как-то взвешивать все то, что происходит, и как-то давать нейтральную оценку всему происходящему. Но одна проблема у меня осталась. То есть даже люди, которые заслуживают очень часто в моей жизни, чтобы я про них говорил правду, я это, к сожалению, много раз не делал. Почему? Потому что мне как-то жалко людей. Я постоянно думаю, вот во что скажут. У каждого человека есть там родители, семья и так далее, да. Но, то есть я всегда старался как-то закрывать глаза и прощать многие вещи. Тем более, если это вещи не угрожают моей жизни, не угрожают моей семье. То есть, ну, как-то пропускаю, хотя есть люди в жизни, которых точно как бы прощать не стоило. Бельцы, как я неоднократно говорил, это всегда был и является особенным городом. В нем всегда жили и живут особенные люди. Мою историю с бельцами знает, я думаю, каждый житель нашей страны. И студенческие годы, и мое отношение к бельцам, и участие мое в разных проектах благотворительных, когда меня еще не было в политике. А за годы, за те годы, пока я проработал, являлся примаром муниципия Бельц, то, что я сделал, вся страна не знает, это большинство по телевизору не показывали, да, но бельчане знают все. И то, что заставило меня сегодня выйти, я хотел обратиться к вам еще вчера, находясь в Бельцах, я два дня находился там, работал. Но
произошло небольшое недоразумение, я физически себя не очень хорошо чувствовал, говорю вам как есть, и поэтому вот выступаю перед вами сегодня. Когда я готовился к сегодняшнему выступлению, а я это делал в течение там, последних двух часов, вы знаете, у меня перед глазами прошли все годы моей жизни, связанные с Бельцами. И самое важное, что я получил ответы на те вопросы, на которые, например, у меня этих ответов не было. Да? То есть, почему до 2021 года наша партия в Бельцах, мы не говорим про всю страну, говорим про Бельца, это было одно, один организм, назовем его, да, живой. Почему мои отношения с действующим примаром Бельц Григоришиным до 2021 года были одними, потом стали другими. Они не то, что стали другими, я просто вычеркнул этого человека в 2021 году, в августе своей жизни. Об этом ему сказал в лицо в кабинете. Но давайте обо всем по порядку. Значит, я провел в Бельцах буквально всего несколько дней. Это еще раз говорю, я говорю про вчерашний день, позавчерашний. Помимо этого посетил ряд населенных пунктов вокруг Бельц, встретился с новыми, встретился с новыми людьми, которые хотят стать частью нашей команды в Бельцах, встречался со старыми активистами. Вы знаете, что в рамках проведения полной перестройки, тотальной перестройки в нашей партии, значит, мы перестраиваем все структуры от первичных организаций до высших, до национального совета, вице-председателей и так далее. То есть, ну, мы начинаем снизу. Значит, я в Бельцах также был и на прошлой неделе, и на позапрошлой, но то, что я услышал именно за последние несколько дней в Бельцах, вернее, часть услышал на прошлой неделе, попросил доказательства, я говорю, блин, давайте как-то с людьми напрямую, которые мне все это скажут. Значит, к сожалению, подтвердилось, и поэтому я вышел перед вами именно сегодня. Может быть, будет немножко дольше по времени, чем мои обычно другие выступления, да, но я хочу, придется говорить дольше для того, чтобы у вас, бельчан, была полная хронология всех событий, да. Итак, вопрос номер один. Почему я вышел именно сегодня? Не неделю назад, не месяц назад, не полгода назад. Почему я молчал в то время, когда шли местные выборы в Бельцах? Значит, что произошло за буквально последние дни? То есть то, что подтвердилось там, вчера, позавчера. Мой бывший коллега по партии, действующий примар Бельца, господин Григоришин, перешел не то, что все рамки дозволенного. Вот еще раз, я вычеркнул этого человека для себя в 2021 году. Но вещи, которые начали происходить в последнее время, они не дают мне возможности больше молчать, потому что все предыдущие выступления, это для меня его предыдущее выступление, как укус комара через кожаную куртку на рыбалке, знаете ли, на охоте. Но когда господин Григоришин позволяет себе, первое, встречается в течение там, последних месяцев с разными представителями разных посольств, да? И когда он им говорит первое, что, короче, у нашей партии кандидата в Бельцах не будет, и усатый в Бельцы не полезет, потому что он должен деньги Кармалаку, Платону, и они его заставляют не выдвигать кандидата и не лезть в Бельцы, потому что, чтобы расчистить дорогу там социалистам, Марашану, Шуру, еще кому-то. То есть, и он взахлеб рассказывает эту всю историю дипломатам. Хотя, и это говорит человек, который был рядом со мной очень много лет,
и который знает, через что я прошел в разные времена, и нужно признать, и я признаю это публично, что те провокации, которые были против него, в том числе, он также выдержал на тот момент с высоко поднятой головой, не поддался ни угрозам, ни провокациям, и он знает, что меня невозможно ни контролировать, ни пугать, ни шантажировать, а вот эту бредятину, которую запустили там в телеграм-каналах, про не только про Платона с Кармалаком, а еще про каких-то других людей Коля рассказывает. И Григоришин знает, что люди, про которых он говорит, могли когда-то одалживать деньги у меня, но не я у них. И вот он этот бред несет. Когда я узнаю о том, что есть проект Баташанский, бельчане его знают многие жители страны, о том, что ну, там был проект, 800 тысяч евро было выделено для Баташан, 800 тысяч евро для Бельц. Примария выделила какие-то дополнительные деньги, там идет строительство полным ходом. Пропускаем момент, почему это опять строит друг Гены Шмульского, который там и со школ, и не только в школах строит, и там носит, собирает. Это все отдельные темы. И вообще на этом я сейчас не хочу заострять внимание. Значит, там просто долго никто не хотел браться. Значит, там пришли некоторые люди получить свои дивиденды, в кавычках, ну, какие-то откаты. И Григоришин им говорит: ребята, вы откаты не получите, потому что я все деньги отдал Усатому. Я все деньги отдал Усатому, вы слышите, что он говорит? Чтобы он не участвовал в Бельце, чтобы он нас не критиковал там, и так далее. Мы тут сами разберемся и так далее. Короче, раз пошла такая песня, давайте вернемся немножко в прошлое, 2000-е годы и так далее. Я понимаю, что есть люди в жизни, которые меня предали, да? Но я всегда искал им какое-то оправдание и искал где-то проблему в себе, да? Но когда я понял, что есть люди, которые идут абсолютно на все для того, чтобы либо добиться личного какого-то обогащения, лично там какие-то свои амбиции удовлетворить и так далее. То есть, ну, вы понимаете, что никаких прощений таким людям я искать не могу. С действующим примаром Бельц мы знакомы очень много лет. С 90-х годов это все знают. Я крестил его ребенка, я знаю всю его семью, там, ближайших родственников и так далее. Значит, и я всегда был человек, который и там, где дружил, и даже там, где не дружил, пытался делать что-то хорошее. Например, не будучи в политике, не будучи примаром Бельц, вообще меня в Бельцах знало очень мало людей, значит, я мог финансировать там при коммунистах футбольный клуб «Олимпия» на тот момент, там форму покупал, я мог строить памятник Высоцкому, я делал какие-то вещи, никогда не выходил тогда на сцену и не говорил, что финансирую то-то-то или какие-то концерты, мероприятия. С Григоришиным у нас была дружба, еще раз, и я считаю, что с моей стороны, по крайней мере, она была до 21 года, до августа. Значит, и каждый раз я помогал, если я помогал чужим, я помогал в том числе своим друзьям. Например, вы помните сотни детей из Бельц, из разных уголков страны, которые ездили на море, которые никогда не видели море. Это были детки там, спортивного интерната Кишинева, это были бельчане, это флешты, это были разные города страны. И я эту дружбу поддерживал. То есть я, чтобы не отправлять к чужим, как бы Коля говорил на тот момент: слушай, есть много мест, заполняемость базы плохая, там какая-то вон земля. Я платил по 100 тысяч долларов в год каждое лето за то, чтобы эти дети видели море.
И я платил их Коле, потому что это его была база в Затоке. И эти дети, как бы, ну, я тоже думал, зачем платить врагам, когда можно платить другу. Но еще раз, это было не бесплатно. Я всегда старался там на семейных мероприятиях, на других каких-то вещах. Ну, я покупал себе часы за 20 там, или 30, не помню, там ты делал. Я такие же покупал Григоришину в подарок. Ребят, я человек, который всегда легко расставался с деньгами, еще раз. И помогая чужим, и помогая своим. Я благодарен Григоришину за те годы, когда он первый взял на себя организовывать офис нашей партии в Бельцах. Он на самом деле вместе с другими нашими сторонниками и руководителями партии по всей стране прошел через обыски, репрессии, уголовные дела. Их, правда, было там не 27 или 17, как он говорит, и про ранения. Их было, у него, их было намного меньше, но это все было. Он на самом деле получал предложение и от Плохотнюка, и от некоторых внешних врагов устраивать заговоры против меня, и он этого не делал. Еще раз, все то, что было со знаком плюс, мне никогда не стыдно будет это сказать вслух, и об этом, если надо, будет повторить. Но когда я узнаю в 21-м году про другого друга, да, про другого Григоришина, для меня был шок. Для меня больше был шок, когда вышел перед бельчанами и заявил о том, что я ухожу. Из-за того, что я сказал, мой разговор, который был с Григоришиным у меня в кабинете, в присутствии Шмольского, часть разговора была или весь, не помню, чем то, когда я выходил к людям. Я уже вышел к людям, то, что эмоции меня переполняли, это мягко сказано, это было видно по моему лицу. Потому что, когда я узнаю, что мой друг, человек, который стал рядом, держал все удары, организовал работу партийной организации, протесты, Кишинев, в мое отсутствие держал город и так далее, меня предал, значит, для меня это был шок больше, еще раз, чем результат нашей партии на парламентских выборах. Потому что я говорю, я не хотел верить своим ушам и не хотел верить своим глазам то, что я увидел в тот день. То, что я был возмущен, это мягко сказано. Он даже прибежал в кабинет, а что мне там в себе сказали, там мои люди, что ты сейчас выйдешь перед бельчанами топить меня, там убивать. Я говорю, слушай, я говорю, да не буду я топить, убивать. Один только вопрос. Зачем вы? И конкретно назвал ему, очень скромного парня, владельца нескольких маршруток. Ты, твой этот Фина Враменко, вымогаете деньги, не просто получили Магарыч, да? Комспонил Амолдовень, а вымогаете деньги с какими-то намеками, что это на партию и так далее. Говорю, передай Авраменко, что я спущу ему все 18 килограмм жира. Я говорю, слушай, я говорю, это не так, тебя накручивают, ты скажи, кто? Я сказал, кто. И я видел, что мне врут, потому что кое-что я перед этим и увидел. Я не мог предъявить такую претензию, скажем так, просто то, что мне кто-то сказал. Потому что говорили мне в течение года, что за моей спиной грузят маршрутчиков, кое-каких бизнесменов, там Коля Пятак, Четвертак и так далее. Я еще раз говорю, ребят, я не верю, покажите фактуру. Я увидел кое-что из фактуры, и я был шокирован. Вы поймите, да, Григоришин работал все годы. Григоришин занимался благотворительностью, вручал деньги ветеранам, афганцам, ездил на все футбольные матчи, варил кашу детям на море, занимался другими акциями, на День детей и так далее. Ребят, все правильно, как некоторые говорят. Да Григоришин же все делал, усатый там, вот он в поездках, он там только общий руководитель. Да, Коля это все делал, правильно, только за мои деньги. За свои деньги, которые я привез в страну. И да,
из миллионов долларов, которые были потрачены в Бельцах, на Григоришин был, участвовал в большем количестве акций, чем я, неважно, раздавать цветы, марцишоры, деньги ветеранам, помощь, продовольственные пакеты малоимущим семьям, футбол, питание, которое оплачивал в его заведение футболистов, 400 тысяч лей, или сколько это было, каждый месяц для детской школы футбола, да, он везде ходил на самом деле и так далее. Значит, и вы поймите, моя претензия была, потому что я понимал, что с тем уровнем зарплаты, семьей, которая есть, я всегда помогал человеку. Я всегда верил в то, когда он говорил, а можно там зарплату там, там как-то быстрее получить, хочу вот взять отпуск, не хватает денег и так далее. Хотя, ребята, еще раз, в Бельцах, неважно, аренда офиса их семейного для нашей партии, за это мы платили деньги. То есть бесплатно, начиная детьми в Затоке на море, заканчивая офисом, ничего не было. Я платил за все по коммерческим ценам. Я упускаю нюансы, когда мне сейчас бельские пришли и рассказывали, что список, который делал Коля, а все списки делал он, и муниципальный совет, и детей на море и так далее, что там были дети, я думал, дети без родителей, нет одного из родителей, бедных, а там были дети, которые вернулись только с Турции или с Египта. Там были там родственников, там какое-то количество. Я просто как с любой котенок делал, я знал, что делается, делай, мне как бы было просто все равно. Поэтому, неважно, это бельский футбол, баскетбол, это там теннисные турниры, шарики и так далее. Ребят, вы знаете, что я делал в городе за свои деньги и что, какой порядок был наведен в публичных деньгах. И когда сегодня я периодически слушаю от лидера его партии какие-то, что из-за Усатого в Бельцах мог выиграть Таубер, могла выиграть Таубер, и вот мы ее сняли и так далее. Вот Усатый молчал во втором туре. Товарищ Глигор, я тебе сказал правду, это ты вышел, как и твой пациент, и наврал, что-то Усатый сказал про канализацию, там про водопровод. Я тебе сказал, что Коля вор для меня, что он вымогал деньги у людей, я такое никогда не прощу. Я сказал это ему, и он это знает. А есть политики, которым все равно, как получить какое-то количество примаров или какое-то количество советников. И они готовы на все. Так же, как Глигор молчал, когда Глигор проевропеец главный, там, один из сателлитов там, того же ПАС. И, значит, вы понимаете, когда они критикуют Кишинев борьбу, коррупцию, а этот же Гунявый, там ихний же уонгист, в Бельцах там сидит рядом с Колей и там ему во всем помогает. Они борются с коррупцией только в Кишиневе. Когда проевропеец Глигор, заткнувшись, только чтобы не потерять важного примара Бельц, сидел, молчал главный проевропеец и тот, кто осуждает войну в Украине, когда Григоришин пошел с цветами посольства. Но это еще раз, это их внутреннее. И я понимаю, зачем Григоришин выбрал того же Глигора. Потому что другие партии, с которыми вел Григоришин переговоры, ему сказали, что нужно будет, список будет делать партия. Я не буду называть этих партий, он со многими говорил. А у Глигора в Бельцах нет ни одного человека. Для Коля это самый удобный пациент, как бы это самое, у которого нет ни одного человека, и Коля будет делать список сам. Еще раз, это их внутренние проблемы. Меня интересует то, что сегодня многие дипломаты начали записывать в блокнотики под диктовку Григоришина про то, что мне кто-то запрещает выдвигаться на Бельц, выдвигать кандидата, про то, что про какие-то истории с Шором, которого его партию, все, что с ним связано, я требую, мы требуем, как политформирование, запретить с 2016 года. Власти с этим не очень успешно справляются. И даже Таубер, чтобы вы знали про кампанию в Бельцах. Почему она набрала 48? Первое, у нашей партии не было кандидата. И я сказал тогда, что я не буду выдвигать не буду больше выдвигаться в Бельцах примаром, когда подавал в отставку. И Григоришин тоже не будет выдвигаться, потому что именно
из-за коррупционного скандала, который был между нами, то, что я ему высказал, я даже не хотел его оставлять, его примара Бельц, исполняющим обязанности. Я сказал, нет, готовьте, я оставлю Татьяну Дубицкую. Я не мог себе позволить даже подписать, оставить его примара Бельц. Он просто об этом молчал, потому что он любыми путями хотел выиграть выборы. Если бы это был честный человек, да, я подал в отставку. Если бы я поддержал тогда Григоришина, мы могли выдвинуть от партии другого кандидата или как независимого. Он мог выиграть бы выборы в первом туре, поэтому плакал там на ТВ-8. Я обращаюсь к Ренату Усатому через ваш телеканал, чтобы он меня поддержал. Я знаю, ваш телеканал смотрит. А как я могу поддержать? С одной стороны, партия воров, шорики. С другой стороны, бусурмане. Почему бусурмане? Потому что, чтобы было всем понятно, что есть слово «оброк», есть слово «дань». Оброк в узком смысле – это выплата барину натуральных товаров или денег. Вы помните, да, те, кто учил историю? А есть дань. Дань – это когда бусурмане, захваченные ими территории, просто насильным наглым образом отбирали у людей, иногда даже самое последнее. Поэтому Коля занимался не оброками. И то, о чем мы поговорим дальше, он занимался данью. В 90-х годах такое было слово, популярное у некоторых товарищей, слово «дань». Поэтому, честно вам скажу, он никуда не ходит. Он направляет человека, и это один из муниципальных советников. Другие ребята ничего плохого не слышал и не хочу говорить. Но один просто, там есть мелкий деятель, который вымогает деньги у людей старше себя в два раза. И когда я у Гонца говорил в программе о том, что приходит доктор, ко мне доктор, ребят, Бельц, который говорит, Ренат Георгиевич, они платят, у меня просят 30 тысяч евро за авторизацию. Говорит, я уже строю полгода или год там без документов. А они мне авторизацию не выдают. Я им заплатил там 15 тысяч евро за подключение к водопроводу или канализации, не помню. Они говорят, вот просят, а я строю, не даю, а я же строю там клинику и так далее. Я говорю, слушай, да ничего им не давай. И доктор молодец, вместе со своим партнером. Позвонили этому бусурману, его представителю, говорю, слушай, говорит, если не выдашь через час авторизацию на БАМе, Николай Николаевич, да, вот та самая, докторская, значит, то мы позвоним Усатому и выйдем с ним на пресс-конференцию. Авторизацию за 10 минут выдали, да, людям. Про мехкомбинат, про рядом с участком 50 тысяч евро переоформления. Я говорю, ребята, чего вы все приходите ко мне? Я не примар Бельц и так далее. Не, ну а как? А вот он многим говорит, что он с вами в нормальных там и так далее. Ребят, я не врал, когда я вам сказал, что я с этим человеком никогда не сяду. Мое мнение, пошлите его подальше, ничего ему не платите. Некоторые меня послушали. Некоторые страха заплатили. Я молчу про владельцев троллейбусных маршрутов и так далее. Авраменко, запомни, ты и родственница, да, ближайшая, все деньги, которые вы собрали у транспортников после выборов, это у меня вопрос принципа. Если коммерсанты захотят просить долги, ну, деньги, которые дали Коле через молодого, это ваши проблемы, их проблемы. Но транспортникам, Авраменко, ты вернешь все деньги в любой точке земного шара, где бы ты находился. И те, что ты собирал, прикрываясь партией для себя, и для Коли, и для своего духа и так далее. Я говорю это, заявляю со всей ответственностью, товарищ Авраменко. Короче, об этом можно говорить долго, но еще раз, я говорю всем бизнесменам Бельц, осталось несколько месяцев. Я год и 4 месяца не критиковал. Когда даже ушли советники в партию, которую они даже не знают названия, потому что список совет делал Григоришин, это были практически все как бы люди, которых он взял список. Я уверен, даже для них новость то, что сегодня происходит и происходило в Бельцах. Я год запрещал Грицкой Елене, нашей коллеге по партии и муниципальному советнику, выходить и делать заявление, что мы вас там прогоняем и так далее. Вы что-то работали, голосовали. Я не блокировал, не влазил в вашу работу. Я никого из вас, советников муниципальных, не приглашал по секрету и не говорил ни разу, не Григоришин такой-сякой, идемте со мной и так далее. Я также молча наблюдал, как и шоровцы, которые обходили
других примаров по стране и наших там советников и предлагали им какие-то деньги, я годы 4 месяца наблюдал, я говорю, кто продастся, туда ему дорога, значит, это естественный отбор, и я посмотрю, кто продастся, кто нет. Я благодарю всех муниципальных советников за ту работу, которая была проделана в разные созывы, пока я находился в городе. И благодарю вас за ту честную работу, когда меня уже не было примаром. И неважно, даже если вы были членом другой партии, отношение к вам настоящее, вы увидите в ближайшее время, когда в первой десятке в этой вашей новой партии, кроме госпожи Краевской, Бензаря, супруги и Корница, если не ошибаюсь, то все остальные, там, первый, там, Саша Усатый, тоже социалист, сейчас проевропеец, троллейбусный, первый вице-примар. Вот вы политиканчики все, Александр Федорович, ты вообще молодец, ты же за Россию, за таможенный союз, а ты тут уже с Глигором проевропеец, Лимба румыны и так далее. Ух, Федорович, какой вы это самое. Ну, послушай, к вам розовым я свое отношение всю жизнь высказывал публично. И Дадон сегодня пожинает то, что не может понять, кто у Шора, кто в другой партии, кто во второй партии Жора, кто в третьей запасной, кто просто ушел. Сегодня первой десятки, ребят, будет больше новых людей, чем вас всех, которые. И опять же, это ваши внутренние проблемы. Меня беспокоит одно, что когда наглость и цинизм вашего руководителя, Бусурмана, кодовое название, я думаю, не надо этого, тем более такие люди были в истории, это не оскорбление, значит, когда ваш Бусурман или Бусурманин, как вы хотите, значит, выходит в лайв недавно, говорит, Усатый не имеет отношения к зоне отдыха на городском озере. Это он пообещал, уехал, бросил, а я вот и так далее. Говорю, Коль, у меня нет никаких просьб. Просто перестань врать. Ты пришел ко мне с проектом зоны отдыха на городском озере, еще был примаром. То, что я тебе высказал, все, что я думаю, про, как и про твой дизайн городского фонтана, который ты отремонтировал, пока меня не было в стране, когда вы мне показали на плане беседки шашлычницы, возле каждой беседки мангал, между беседкой и детской площадкой, между беседкой и детской площадкой мангал, я говорю, как вы хотите, чтобы дети игрались в шашлыках? И вот эту всю бредятию, то есть ты просто построил по принципу базу в затоке твоей автомобилист, ты решил не сильно усложнять и хотел придумать то же самое такое. Я сказал, через мой труп, так же, как я первый раз зарубил проект собачьего приюта и так далее. Когда я вижу полгода назад скандал в Бельцах, Григоришин типа, чтобы увеличить бюджет, заключил договор мировой с компанией, которая хотела и хочет построить на части Бельского стадиона торговый центр. И он говорит, нет, так это как бы не я, ты еще Усатый подписывал. Коль, ты просто врешь, и ты создан из вранья, как вот эти щеки полные вранья. И для меня ты от Дадона ничем не отличаешься. Да, я подписывал договор на несколько месяцев с ними, не помню насколько, пришел Балан юридического управления, говорит, послушайте, мы их не уведомили о расторжении за полгода, как это положено, поэтому как бы надо сначала с ними подписать, там на полгода или год, не помню, и потом мы их правильно уведомим, чтобы у них не было вариантов и так далее. Я понимаю, что за тот участок тоже полстраны было у меня, предлагало, начали со 100, заканчивали 200 тысяч евро. Так же, как и те, по которым ты там иногда приходил, ты знаешь мою позицию, знать. Я сказал, на, дальше продолжать не буду, плохое слово. Матом сегодняшнего дня не ругаюсь в ближайшие 20 лет. Значит, публично. Вот, поэтому, когда я вижу о том, что я чуть ли не виноват, когда я вижу, что то, что за мои деньги началось в Парке Победы, просто бросили. Да, есть проекты, которые я не закончил, когда выдал подставку, и ты как новый примар должен был продолжить. Или любой человек, который бы выиграл. Но просто
То, что когда я вижу вот любые объяснения, такие же были в Кишиневе, когда хотели продать, кишиневцы знают, землю перед универмагом, типа суд обязал и так далее. Сколько мы игнорировали решения суда, ребят, когда понимали, что они сделаны либо за деньги получены, либо против жителей города. А, товарищи советники, вы помните, когда мы просто бойкотировали решение суда? Игнорировали, вы воздерживались, мы не нарушали закон. В Кишиневе тоже некоторые муниципальные советники говорили тогда, ой, вы знаете, мы просто исполняем решение суда. Заканчивайте в эту лирику, послушайте. Еще раз, мне очень жаль за все то, что произошло с 21 года и происходит в Бельцах по сегодняшний день. Я понимаю, что у меня в жизни были ряд ошибок, и неважно это, поддержка Дадона в 16 году президента, Санду в 20-м, или держать рядом с Григоришиной, эти все у меня ошибки одинаковые. За некоторые из них я извинился, теперь вот извиняюсь перед вами за третью, что не усмотрел, не поверил некоторым в свое время то, что мне писали и просили обратить внимание. Я просто слишком сильно верил людям. Сегодня я понимаю, что Бельцы нужно очищать от всего того, что устроил один человек и еще несколько рядом с ним. Мы как-нибудь обсудим ремонт в школах, еще раз, дань собирают отовсюду. Он показывает транспарентность там, где может, и просто отправляет, и грузит, и душит людей. Про все его покупки, приобретения в этом году, это не мой вопрос, это пусть компетентные органы разбираются. Журналисты мне звонят, я говорю, да не спрашивайте меня, где купил дом, на кого оформил в прошлом году, и там про другие. Я говорю, не трогайте меня, разбирайтесь сами. Так же, как Григоришин, кстати. Меня насильный привод в милицию, не в милицию, в ЧНИА хотели сделать о том, что вот, типа, вас нужно допросить свидетелем по делу Дадона. И вот два раза, если вы не придете, то имеем право насильственно вас привести. Не пошел, я увидел тот цирк, я увидел то, что с его мамой, еще раз, это мой враг Дадон. И вы это знаете. Я сказал, я не буду участвовать в этих показных разборках. И не имея доверия к сегодняшней власти и к большей части случаев к юстиции, я сказал, я не буду участвовать в этом секс-шопе вашем по Дадону и не пойду отдавать. И Дадон, кстати, отозвал все заявления в суде против меня, все иски. Его адвокаты приходили к Лене Грицко, я с ним не разговаривал и не разговариваю. Он отозвал все иски в судах против меня, потому что он говорит, усатый единственный политик, который отказался идти давать против меня показания. Также Григоришин, но тут другое. Григоришин пишет заявление в этом году в ЧНИА в Бельце. Как только пухлые пальчики его лидера его напечатали, я уже его читал через минут 45. Коля такое не может написать заявление ни на государственном языке, ни на русском. Где он пишет Плынджере жалобу, где он просит возбудить уголовное дело в ЧНИА в Бельцах по факту коррупции в Бельской примарии за то, что Усатый в одной из программ у Гонца сказал о том, что в Бельской примарии я слышу суммы и взятки, которые меня шокируют, где Григоришин в заявлении требует выявить, допросить Усатого, возбудить дело, всех виновных наказать и так далее. Коль, так ты лучше бы написал уже, не знаю, зачем тебе Глигор это засунул, вернее, знаю зачем. Чтобы ЧНИА тебе дало, что у них пока материалов еще нету, подчеркиваю, пока, а некоторые есть. И ты потом вышел и сказал, вот ЧНИА ответил, у меня нету, все честно и так далее. Еще раз, я не обвиняю примарию, Коля, я обвинял тебя, тогда не сказал, сегодня это говорю. И мне уже говорят, истекают сроки, вы должны прийти, Коль. Я не пошел на Дадона давать. Кто для меня Дадон знает, и Григоришин, и вся страна. Но тут ты требуешь, чтобы я дал показания. Что мне с этим делать, а, Николай Николаевич? Где ты на целой странице пишешь, что я должен дать показания и так далее. Я знаю про тех бизнесменов,
часть из которых ты запугал, а часть нет, что они должны молчать. И даже те, которых ты запугал, после того, как ты проиграешь выборы в Бельцах, а ты их проиграешь, сейчас на эту тему поговорим, значит, не потому что я так хочу, а так бельчане говорят в вопросах, значит, выйдут и те, которые боятся сегодня говорить. Короче, наша партия в Бельцах проходит реорганизацию так же, как по всей стране. Я вместе с коллегами обсуждаю кандидатов на должность муниципальных советников. Некоторые приходят, претендуют в будущем на какие-то должности в примарии, на муниципальных предприятиях. Я говорил и говорю еще раз, бельчане, и заявляю со всей ответственностью. Такая позиция у меня во всех городах страны. Значит, первое. Значит, меня интересует ваш опыт и ваши амбиции. Я не ставлю ставку, кто пришел в партию в 2014 году, в 2016, 2020 или сейчас в 2023. Мне важно, чтобы ваши пожелания и амбиции соответствовали вашему опыту, вашему профессионализму, вашему образованию в некоторых случаях. Поэтому у нашей партии должен быть очень хороший список в муниципальный совет. У нашей партии, после всего того, что в Бельцах произошло за последний год, должен быть не просто честный кандидат примары, а самый честный кандидат. Потому что если раньше люди в вопросах хотели строителя, бизнесмена, хозяйственника, вы представляете, сегодня в вопросах они указывают, что они хотят честного человека. У меня есть январские, мартовские, июльские опросы некоторых наших политических оппонентов. Я знаю, что это стоит безумно дорого, но они заказывают опросы с трюпобельцем, с такими вопросами. Это самое. Значит, пару из них зачитаю. Я специально попросил там скриншоты. Это самое, что, потому что там есть опрос по бельцам на 240 страниц. Представляете, то есть исследование того, что думают про Усатова, про Григоришна, про Таубер, про туда-сюда. Значит, прочитав особенно июльские опросы конкурентов, я примерно по этим опросам понимаю, что должен делать я в Бельцах лично и что должна делать наша партия. С этого момента по порядку. Значит, почему я сказал, что в Бельцах должен быть кандидат, примар, честным человеком, где у нас все люди, которые медийные в стране, и Бельский, и Кишиневский, все с какими-то историями прошлым, разными, в том числе очень негативными. Я не мог понимать, почему на вопрос профиль, да, каким вы хотите, чтобы был следующий примар Бельц, значит, 62% требуют в первую очередь, чтобы это был честный человек. Раньше хотели бизнесмен, хозяйственники и так далее. Сейчас просто честного человека. Отвечаю вам. Так, где карандаш? Так. Номер один. Не надо наводить, потому что тут есть пометки некоторые. Значит, кыдди мулцумица, у не мулцумицу, тез де активитате примарлу актуал Николай Григорьевич. Еще раз, июль, это 2 месяца назад. Фарти мулцумит де активитате Григорьевич. То есть, насколько вы довольны его? 3%. Дестул де мулцумит 17%. Окей. Сунтот мой мульти парир здесь припримарил Николай Григорьевич, да у меня стрелком молкон сиди раз. Май дигра баша савалцел. Онес чинстит. Коль, поздравляю, такое у тебя есть. 15%. Коррупт. 53%. Сейчас, чтобы делать. Это самое. Не, чтобы не поняли эти в офисах, где я взял у них, чтобы... Поэтому не навожу, потому что я не успел там удалить метаданные. Так.
Дупа Парелия, Думни Вастру, другой вопрос. Это из этих 240 страниц. Примару Григоришин. Мерита Сакаштиджун мандат де примарен муниципил балс 21%. Арфим Айбинес Виналт, персона лакон дочери примарии муниципил балс 72%. То есть, на русском. Григоришин заслуживает еще один мандат 21%. Нет, должен прийти другой 72%. Про честного вам уже говорил. Еще один вопрос. Кумыл консидераспи Григоришин, а пропиат дивамень 20%. Жведи де интерес или проприй 69%. Близкий к людям 20%, решает свои личные интересы там 69%. Значит, там же, значит, про консильеров переход, когда Коля вас там набаламутил, товарищ. Маймулс, консильер муниципалио, трико, де ла партиду, ностро, ла партиду, скимбери, че парире, везде спричес лукру. 25. Есть он дес, де традари, де партия челор, консильер. 46. Есть он дес, де арамыни, ла путери, приморчи, межлачи. А фосту, де чизи, каузаты, де каузу, лусаты, 11%. И 5%, говорит, есть он лукру бунфул и стерпентрожеш. Поздравляю, 5%. Это серьезно. Покажу и эти, связанные со мной. Хотя там это вот. И то, что меня поведет, подвело к решению, которое вам озвучу. Значит, диалунгу тимпулы, консидерац, кэринато усат, афакут мультилукру рбуни, пентрубелц, афакут унили лукру рбуни, но афакут немих бун пентрубелц. Значит, 38% говорят, что усатый факут фарти мультилукру рбуни пентрубалц. 55% говорят, что усатый факут унили лукру рбуни. Суммарно мы имеем 93%. 6% сказали, ну а факут не миг бун пентрубалц. У Коли есть много родственников бельцы. Вопрос С29. Думневастры Вадуриц, Коренат Усат и Сантуар Колобос, Сосиокупи Диораж. 34% говорят, ну, нон дурецк. 63%. Дан дурецк. 63-56%. Окей. Чар Трибуй, Ренат Усат и Сфак Майди Партия. Вот это для меня был самый важный. Значит, Сосинтуарка Примар Лобос, Сосиокупи Диораж. 37%. Сосиокупи де политика ланивел национал, чтобы занимался национальной политикой. 13. Сосио приготяска пентро лезер ли президентиали. 15. Сосиокупи де туатим параллел функции де приоритати. 9. Да, 23 говорят, 23% говорят с плещадем политику. Я не Луи Витон, чтобы всем нравиться. Поэтому, видя, что бельчане просят, первое, хотят другого примара. Хотят, чтобы поменялась власть в городе целиком. Значит, понимая, что есть граждане страны, которые участвуют в реконструкции, реорганизации нашей партии и в Бельцах, и по всей стране. Я понимаю, что очень сложно принять правильное решение, потому что я говорил публично, что быть мэром города и председателем партии, параллельно этим заниматься, это очень сложно, потому что страдает одно или другое, или и то, и другое. Я понимаю, что есть у меня моральные обязательства перед бельчанами. Вот это все нужно привести в порядок, что там произошло. Я понимаю, что в случае моего участия в выборах примара будет победа в первом туре. Я понимаю, что при выдвижении кандидата нашей партии в Бельцах, скорее всего, может быть второй тур. Но я понимаю запросы в виду другое, что во втором туре мы будем бороться с шорами красными, там они там объединяются, между собой разбираются, идти им вместе или отдельно и так далее.
То есть я понимаю, что Коли в этих выборах не будет. Поэтому еще раз, я год с чем-то, пока не начались эти байки, которые пошли в последнее время, там какие-то истории про Рената Усатова, про то, что мы не будем выдвигаться, не будут у партии кандидатов. Я вынужден был выйти и сказать об этом сегодня. И Николаю Николаевичу я советую. Николай Николаевич, имеешь право делать все, что ты считаешь нужным. Да, вот эти твои, я разочарую Усатова еще раз, когда я выиграю еще один мандат. Ведь мы уже видели всей страной, как ты выиграл тот мандат, что социалисты, что Маркович отпас. Все уходили, пока не согласился с тобой Кирильчук участвовать в выборах. И 7 тысяч голосов, там из 9 тысяч сколько участвовало в Бельцах, но про этот результат говорила и говорила вся страна. Сегодня, если только запретят нашу партию в Бельцах, Шора уже запретили, да, значит, у тебя нет шансов даже выйти во второй тур. В прошлый раз ты вышел, потому что я не убивал никого. Я просто стал бельчан, пусть решают сами. Мне некого было поддерживать тогда. Для меня что ты, что Марина, что Боря кандидат и так далее. То есть для меня это все одинаково. Поэтому у меня не было вариантов никаких. Значит, сегодня переговорив с некоторыми бельчанами, переговорив с коллегами в центральном офисе партии, я бельчанам могу обещать одно. Первое. Я возвращаюсь в город Бельцы и возвращаюсь работать, неважно, какой у меня будет при этом статус. Значит, вы прекрасно знаете, что сегодня не важно, как ты называешься, важно, что ты делаешь, да, для города или для страны. В Кишиневе, например, все лидеры партии попрятались, и большинство выдвинули каких-то потерпевших на примара города, потому что они типа председатели, вот там просто какой-то кандидат от них. Короче, боятся залететь все этому, чтобы Чабан их не похоронил. Я в Бельцах не боюсь. Поэтому я после консультации еще с советниками, после того, как я встречусь с вами, бельчанами, на площади, значит, если вы разрешите, значит, то я, Ренат Усатый, возглавлю список муниципальный совет от нашей партии, буду номер один в муниципальный совет, и буду работать муниципальным советником до следующих выборов, в случае, если вы изберете на меня на другую должность. Почему я не иду на должность примара? Хотя вы все просите, давай, вот либо Усатый, либо других не хотим и так далее. Уважаемые бельчане, поймите правильно. У нас с этого года в течение 3 лет каждый год будут выборы. В этом году местные, на следующий год президентские, через 2 года парламентские. Давайте допустим, я уже заявил о том, что буду бороться на президентских выборах. И на всех, которые будут у нас в стране. Да? Давайте допустим, мы же честно с вами говорим, ну не получится у меня войти во второй тур, бороться за победу. Буду работать муниципальным советником. Но я прекрасно понимаю из тех же опросов, которые видел от конкурентов, что наша партия будет в следующем парламенте. Значит, получается, если я сейчас становлюсь кандидатом примара, выигрываю благодаря вам, через 2 года в случае, ну не в случае, а эта власть точно сегодняшняя должна уйти, к черту. Значит, у нас будут избираться депутаты в парламент, спикер, премьер и так далее. То есть все то, что еще раз есть, оно должно уйти. Значит, и в Бельцах придется проводить досрочные выборы. Потому что Усатого изберут там, еще раз, избирать будете меня вы и все граждане нашей страны, которые захотят избрать. Чтобы не погружать Бельцы в очередные досрочные выборы, я вам предложу на площади, на встрече с вами,
выбрать одного из кандидатов, которые, я считаю, честными, порядочными людьми и профессионалами своего дела. Я возглавляю список нашей партии в муниципальный совет. И вы знаете, для тех, кто не знает, муниципальный совет Бельц является учредителем всех муниципальных предприятий. Неважно, это ДРСУ, объединение рынков или все остальные муниципальные предприятия, включая троллейбусное, где я хочу сообщить, что за остатками Аврамика я туда приду, Сергей. И я это публично обещал на всю страну. Значит, работая муниципальным советником, значит, дать нам большинство в совет или нет, бельчане, будете решать это вы, я смогу заниматься проблемами города, заниматься приемом граждан, продолжать все те проекты, которые успешно были реализованы при мне, реализовывать новые проекты. Я параллельно в должности муниципального советника смогу 3 дня в неделю находиться в Бельцах, 3 дня строить партийную организацию Кишинев, Кагул, Камрад, Окница, Дандюшаны, Рыжканы, родные Фалеш, вся страна. И еще один очень важный момент. Вы знаете, что вокруг Бельц есть примар от нашей партии. Город Фалешты, Гладяны, Дроки, Рыжканы, Дандюшаны. В центре Молдовы примария города Кантемир, Вулканешта на юге. Ребят, сегодня самая большая проблема – это привлечение инвестиций, привлечение международных партнеров во все наши города и села страны, потому что у нас есть и примары сел, не только городов. И я буду работать муниципальным советником и возьму на себя координацию центра, который будет писать проекты и для Бельц, и для других городов страны. Для этого я уже провел переговоры с специалистами, которые будут заниматься этими проектами. В Бельской примарии был очень талантливый молодой человек Дан Марару, с бешеной работоспособностью, который сделал очень много, и без него, поверьте, несмотря там на мои личные договоренности, не было бы Баташанского проекта и многих других вещей. Просто молодец. Он, к сожалению, после того, как я подал в отставку, тоже через какое-то время ушел из Бельской мэрии. Поэтому я должен сегодня привлечь специалистов, которые будут работать и на Бельце, и на все города. Плюс, самое важное, работая муниципальным советником Бельц, мы не должны будем с вами проводить перевыборы в случае перехода Усатого на вышестоящую должность или на другую работу. Я буду работать в тандеме с новым примаром. Мы не пустим город всяких проходимцев, чтобы в Бельцах не происходило то, что происходило в течение этого времени после моей отставки. И, как я говорил и раньше, для меня самое важное, чтобы вы, бельчане, знали. И когда шел в примары Бельц 2 раза, и когда шел президент, я собирал вас на площади и спрашивал, можно туда? Или хотите, чтобы я выдвигался в примары? Вы все отвечали, неважно, это фонарики телефонов, руки поднимали и так далее. То же самое я спрошу у вас разрешение. И по кандидату, и по муниципальному совету, по кандидатам и так далее. Нас ждет огромная работа и в Бельцах, и по всей стране. И, к сожалению, большинство проблем, которые есть в Бельце, напрямую зависят от центральной власти, которые во все годы и во все и при разных там правлениях, значит, центральными властями 90% случаев игнорировался. Поэтому вы будете решать, будет Усатый муниципальным советником с большинством, чтобы мы не зависели от шарлатанов. Не будет. В том числе вы будете решать голосовать за нашего кандидата, за кандидата Бусурман или всяких там других хороших людей. Вот, поэтому нас ждет огромная работа и в Бельцах, и по всей стране. И самое главное, как я вам говорил, приходите, включайтесь в работу нашей партии. Я благодарен Кишиневу, столице нашей страны. У нас будет лучший список кандидатов в муниципальный совет. Из-за их опыта и так далее. Это отдельно. И вообще про выборы в Кишиневе мы поговорим отдельно. Так же, как и
О выборах в Бельцах я поговорю с бельчанами, когда мы встретимся, дату я сообщу заранее, какие-то приглашения, листовки вам отправим. А сейчас приходите в партию. Давайте, чем больше профессионалов, пока еще не уехало из страны, тем больше мы сделаем для нашей страны. Я вас всех обнимаю, хорошего вам всем вечера. На следующей неделе увидимся в Бельцах. А кому на нун фарти импортант? Пентру чей кари ворбес дуар или мбадистат? Мулцем скрил. Пятая пост до саптамы, ну, во ведем три не шла в телевизионе, приедем. А шас принештик, мадук, одатан три патру луин лакозер, перма лагонца, майни мереск шла в постурди телевизионе, дар тот фортерар, до паста до луни, три за кеми питоц по лечению, ши у вас принештик кусатый диспари, ну, комментяз, ша майни парни. Уника форма для коммуника, куда у меня вас есть интернет, формы перманента. Am solicitat, am rugat mai mulți jurnaliști din Republica Moldova să accepte invitația mea ca fiecare duminică, seara, să discutăm ce s-a întâmplat pe parcursul săptămânii în Republica Moldova, ce nebunii au mai făcut oameni buni, ce nebunii au mai făcut opoziția sau n-a făcut parlamentară și alte subiecte importante. Și ca voi să știți că începând cu duminica aceasta, în fiecare... Deci la orele 18.00, adică la 6 seara, îi mulțumesc domnului Gonța care a acceptat să semneze un contract oficial cu noi ca formațiune, că sam moderator care îmi dă întrebări, când vorbești singur cu tine, asta e o problemă. De asta, fiecare duminică la orele 6 seara, nu contează, o să fiu în țară, în afara țării, Bălți, Chișinău, o să avem online emisiunea Puterea în adevăr, cu acest slogan am pornit în 2013-2014 prin țară. În rus, îmi place cum sună, tot frumos, sila v pravde. Și noi, Gonța are puterea a patra emisiune a dumnealui la televizor, dar puterea în adevăr, fiecare duminică, puterea în adevăr cu Renato Usate, moderator Gheorghe Gonță. Важне объявление. Каждое воскресенье 18.00 я начинаю еженедельную программу, чтобы не зависеть от национальных телеканалов, куда из-за того, что не на многие из них хожу, редко появляюсь, то каждую неделю, потом исчезаю на 2 месяца. Каждую неделю, в воскресенье, 18.00, в течение 2 часов будет программа «Сила в правде». Я с этим девизом к вам пришел. Это девиз моей жизни. В 2013-2014 году. Значит, программу будет вести журналист, известный молдавский журналист Георги Гонца. Значит, программа будет на государственном языке. Он сказал, что он не против зачитывать онлайн вопросы из Ютуба, Фейсбука, которые будут на русском языке. Я обращаюсь ко всем русскоязычным журналистам страны. Их не так много, но они есть. Если кто-то свободен, у кого-то есть желание, мы заключаем официальный договор, чтобы не было никаких спекуляций, интерпретаций. И если еще кто-то будет вести отдельно на русском языке, чтобы у меня, например, час была на государственном, часть на русском, тогда вообще будет идеально, потому что я получаю очень много писем из городов, где преимущественно и сел, где говорят на русском языке, с просьбой, вы мало говорите на русском и так далее. Я говорю, на русском только Юлия Федорова, один раз там в какое-то количество месяцев, и все. Поэтому... Журналисты, ведущие, которые готовы на русском языке вести, мы заключим официальный договор. Пишите, пожалуйста, обсудим с удовольствием, значит, что-то интересное придумаем. Это будет не офис, это не должно быть скучно, без всяких баннеров. Это будет просто произвольная беседа о том, что происходило, происходит в стране. И самое главное, все, что у нас все плохо, вы все знаете, и об этом говорят все. Я предпочитаю в этих программах говорить не просто о том, почему все плохо, и просто, что все плохо. В этих программах я должен буду предлагать в том числе и решения. А я понимаю, что наша партия придет к власти, и они будут. Хотят этого наши оппоненты сегодня или нет. Огромное вам спасибо. Извините, если кого-то задержал. Спасибо всем за репосты. Потому что благодаря вам я хочу, чтобы это видео попало
бельчанам, так как сегодня мы говорили больше про бельц, и ко всем жителям нашей страны. Потому что сила в правде, поэтому каждое воскресенье 18:00, Facebook, YouTube, сила в правде, погнали. Обнимаю вас, хороших выходных, пока.